Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня очередной выпуск в рубрике «Ужин за 20 минут». В меню нут с фрикадельками из говядины с харисой. Очень яркое пряное блюдо. А на десерт практически моментальные слойки с орехами, сахаром и корицей. Полный перечень ингредиентов, как всегда, в конце ролика в титрах. Там же основные этапы готовки. А сейчас приступим. Духовка пусть греется. 210-220 градусов верхний и нижний нагрев. Здесь у меня горстка лесных орехов, они уже жареные. Надо раздробить. Чтобы по всей кухне не разлетались, проще это сделать в бумаге. Готово. Теперь сюда же сахар и корицу и перемешать. Начинка готова. Яйцо разболтать. Готовое слоеное тесто на стол. Оно уже разморозилось. Край смазать яйцом. И начинку разровнять. Все, скатываем тесто. Вот этот смазанный край здесь приклеивается хорошо, очень удобно. Теперь делим пополам. И еще раз пополам, как-нибудь наискосок для красоты. И прямо на той же бумаге для выпечки, в которой было завернуто тесто, на противень. И сверху тоже надо яйцом смазать. В печь. С десертом разобрались. Теперь с основным блюдом. В сковородку масла и пусть пока греется. Оставшееся яйцо в фарш. Сюда же соль и харису. Или харису, как правильно, не знаю. Кто не знает, хариса или хариса – это такая острая паста, которая состоит наполовину из чили и перца, а вторая половина приходится на тмин, кориандр, чеснок. Не найдете харису, на канале есть рецепт острой аджики, ссылку повешу в описании. Она тоже прекрасно подойдет, может даже еще и лучше будет. Фрикадельки надо лепить мелкие совсем, так они быстрее приготовятся. Масло разогрелось, значит уже можно их отправлять. Лук тоже мелко порублю и к фрикаделькам. Баклажан также мелко режем, тоже на сковороду. Теперь с зеленым и красным сладким перцем. Вот этот зеленый, он не совсем сладкий, он скорее такой просто вкусно-нейтрального вкуса, наверное, такой с зеленцой. Красный же именно сахар имеет больше во вкусе. Теперь пряности. Кориандр раздробить и черного перца вместе с кориандром. А протертые консервированные томаты сюда же и посолить. Почти готово. Нут уже отваренный, продается в банках. Очень удобно. Еще 5-7 минут и можно за стол. Очень быстрое блюдо. Да, если у вас в ваших томатах недостаточно сахара, то можно с сахарком на вкус все выправить. Слойки, между прочим, уже готовы. Все готово. Соуса, фрикадельку, горошка. Говядинка. Острая за счет харисы. Прям острая-острая. С аджикой тоже классно. Аджику готовить не всегда у меня получается, потому что сложно найти чили-перец свежий у нас. В этом хариса как замене. Я думаю, что вам проще аджику самостоятельно приготовить. Потому что это классная штука. И не надо жалеть пряностей. Вот я кориандр так смело положил. Слушайте, и это бомба.
Очень яркое блюдо. Овощи дают сладость. Сладкий перец дает сладость. Лук дает сладость. Томаты дают одновременно и сладость, и кислинку. Прям очень хорошо. И согревает. Классное блюдо. Так, ну, я так могу долго здесь чавкать, доедать это обалденное блюдо. А сейчас давайте по десертику пройдемся. Смотрите. Слоеное тесто готовить не люблю. Самостоятельно лепить. А из готового что-то сварганить по-быстрому. Мировая штука. Просто мировая. Сыпучая, легкая. Корица, сахар. Что-то еще надо. И быстро. Вот продуктов, указанных в ролике, достаточно на 4 голодных человека. Порции большие получаются. Вот в эту ложечку я положил, на мой взгляд, половину порции. Вот. А здесь, ну, граммов, наверное, 220-240 лежит. Так что штука обалденная. Ладно, за кадром. Так что готовьте, готовьте сами. Готовьте себе ужины, обеды. Напишите, что у вас из ваших вариантов быстрых ужинов на примете. Только, конечно, не стоит указывать магазины пельмени или пиццу магазину замороженную. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты и за идеи для ужина. Тоже отдельное спасибо тем, кто их укажет. Всем пока!